Итак, сегодня в Казахстане впервые в пилотном режиме проходят выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения. Это первый в истории Казахстана опыт прямых выборов. Как долго страна шла к этому важному шагу? Заглянем в историю. Отметим, выборы акимов районов в экспериментальном порядке проводились и ранее в 2005-2006 годах. Но они были непрямые. Новых акимов выбирали районные маслихаты. А в 2007 году выборы акимов районов были отменены. Их снова стали назначать согласие маслихатов. Но в 2020 году Касым-Жомарт Тукаев выступил с инициативой проведения прямых выборов акимов. Руководители аулов, районов, городов не должны назначаться. Их должно выбирать само население. На первом этапе в 2021 году в стране введены прямые выборы сельских акимов. Следующим важным шагом должны стать прямые выборы акимов районов в 2024 году. Сегодняшние выборы, можно сказать, генеральная репетиция. По мнению экспертов, этот пилот крайне важен для оценки эффективности действующих избирательных механизмов, замера политической активности кандидатов и электората.